Яркий праздник прошел в гарнизоне села Сергеевка пограничного округа для личного состава 127-й мотострелковой дивизии, отправляющегося на спецоперацию на Украине и семей военнослужащих. Приморские творческие коллективы и исполнители устроили концерт, а для детей сделали интересные тематические площадки. Мы каждый день созваниваемся по видеосвязи и так. То есть, ну, хорошо, что связь есть, дети с ним разговаривают. Поддерживаем его всячески, фотографии отсылаем, чем мы занимаемся, что мы стараемся не скучать. Старшие сыновья его обязанности переняли, то есть на даче совсем помогают. Младшие девочки мне по дому помогают. То есть, ну, у нас все слажено, но все равно не хватает, конечно, мужа, отца. Как отметила заместитель председателя правительства Приморского края, министр культуры и архивного дела Елена Бронникова, это совместный патриотический проект командования 5-й армии и правительства Приморского края, который называется «Приморье за наших». Конечно же, ребята, которые в скорости будут убывать на спецоперацию военную, им нужна наша поддержка, потому что культура всегда была рядом с армией, на передовой, поднимала боевой дух. И мы решили, что не будет лишним сказать нашим ребятам, что ребята наши герои, мы вас ждем, мы вас любим, мы в вас верим, мы вас поддерживаем. Вы сделали правильный выбор, и мы с вами. Приморские коллективы и исполнители вложили всю душу в свои выступления. Зрители аплодировали, не жалея сил. По словам временно исполняющего обязанности заместителя командира 127-й мотострелковой дивизии по военно-политической работе майора Алексея Квелашвили, это уже не первое патриотическое мероприятие. Ребята понимают значимость поставленной задачи и необходимость выполнения задач по нахождению в командировке. Военнослужащие, которые находятся в командировке, мы отправляем им фотоотчет, видеоотчет этих мероприятий. И они понимают, что для чего и для кого они выполняют специальную операцию. Потому что это поднимает дух нашему солдату, нашим воинам. И они, конечно же, далеко находятся от нас, но чувствуют нашу поддержку и наше тепло, тепло нашего Приморского края. Проект «Приморье за наших» для военнослужащих и их семей только набирает обороты. В планах организаторов проехать с ним по всем воинским частям Приморья. Ну, для меня, в первую очередь, это поддержка военнослужащих. В первую очередь, для тех, кто служит на Украине, на спецоперации. Это их поддерживает, моральный дух поднимает. Чего вы можете пожелать? Да желаю удачи, чтобы не волновались, сохраняли рассудок и возвращались поскорее. Мероприятие организовано Краевым министерством культуры и архивного дела, Министерством физической культуры и спорта и Департаментом по делам молодежи. Отметим, в Приморском крае оказываются региональные меры поддержки военнослужащим, участникам спецоперации и их семьям. Анна Дьякова, новости на 8.